Привет, ребят, с вами Лёха, и у нас на распаковке чехлы на 14 Pro Max Ориги. Цвета, конечно, все хотят фиолетовый. Во-первых, фиолетового нету. Брал в видео за 9700. 9800. Короче, если вы берете два чехла разных цветов, то вам дается скидка 15% или 20%. Ну, где-то так. То есть, выходит 10 775 рублей. И в МВиде, в Эльдорадо, там разница в копейке 20 рублей примерно. Если вы берете, собственно, три чехла, то цена будет 14, по-моему, 500 за три чехла. Силиконовые. Два чехла кожи. Получается, как три чехла силикона по цене. 14 тысяч. Не советую брать одинаковый цвет, потому что скидка не проходит. Короче, я взял два чехла. Было 1000 бонусов. Видео Эльдорадо — это одна фиг. Можете там и там взять. Я взял в Эльдорадо. Просто вначале ошибся. Чехлы оригинальные. Даже силиконовый чехол для iPhone 14 Pro Max взял желтый. Это новый цвет, такого не было на моей памяти. Красный был, Product Red взял. Было в наличии этот типа зеленый, светло-зеленый, светло-фиолетовый. Ну, черный где-то был. Светло-фиолетовый тоже где-то, не в моем районе, поэтому ехать никуда не хотелось. Взял желтый и зеленый был. Надо было вместо красного его взять. Но это красный жене, не мне себе. Взял себе поярче. Я выбирал между зеленым, ну, таким бело-зеленым, светло-зеленым и желтым. Собственно, вскрываем, меряем, как обычно. Пломбочки, опа, опа. И сравниваем с качеством, которое вы увидите, кстати, в этом влоге, в ролике. Это было очень плохо. Заметно сверху кожух. Ну вот, смотрите качество. Ну, во-первых, он, конечно, светлее, он жестче, намного жестче. Вот тут не прогибается. Кольцо, смотрите, какое классное. Сейчас мы померяем сразу прям на фиолетовом Pro Max. А, и смотрите сразу. Эй! Вот анимейшн. Звук просто тут отключен. Но анимация была, вы поняли, да, Ориго? Вот тут качество силикона, он, конечно, тоже трется, но как минимум полгода. А вот что от Яндекса Кома, это 2 недели, месяц от силы. Вот тут качество. Я вам советую. Классный желтый цвет, спасибо, что жена уговорила. Буду гонять, у меня золотой сам телефон и желтый цвет. И он из фиолетом классно смотрится. Что бы мне это говорил, классные цвета. Конечно, я бы Product Red подумал бы, но вроде как новым оттенком. Блин, а он такой симпотный. На видео он какой-то такой оранжеватый. Сейчас мы его тоже проверим. Посмотрите, какое качество. Ну, качество. Не вот это. Конечно, я понимаю, цена тут. Даже с моей скидкой 5000, ну, грубо говоря, 4300. 4400 у меня вышел. Грубо говоря, округлил чуть. Бархотка другая. Не как в том. Так, сейчас мы снимаем этот. Легко снимается. Да, относительно. Вот он, анимейшн. Все. Это я звук сейчас просто включил. Классный чехол, гоняем, пользуемся. Конечно, вот у меня, смотрите, чехол был, гонял где-то около месяца.
Ну, вы видите, он пожелтел. Классный чехол. Как я купил iPhone где-то 27-26 числа. И вот, собственно, до сегодня. Сегодня 6 ноября. Ну, грубо говоря, месяц. И он уже пожелтел. А так чехол... Ну, видите, да? Золотит немножко так. Как будто подсолнечным маслом. Так-то чехол хороший, но вот это... Максейф отличный. Защищает, я считаю, получше, чем вот это. Но это выглядит круче. Собственно, всем спасибо. Всем пока.